Друзья мои, всех приветствую. На канале очередной нож, очередной муравей. Очень красивый, там, несмотря на то, что вот они все вроде муравьи, да, все равно все отличаются. Вот этот вот очень красивый получился. Прям начнем с ножен, потому что это вот сразу бросается в глаза из необычности. Это шлевка под ношение горизонтально, жесткий подвес, ношение на поясе 40 миллиметров. Также есть шейный подвес. Я вот сегодня днем с ним по дому гонял на шее. Вот. В остальном, как бы, конструктив стандартный, кроме вот этой вот шлевки. Отверстие для вентиляции, кожа турецкая, растительного дубления, покрашенная. Нож не заточен. Вот такая вот охренительная микарта от Влада Макарова. Темлячная трубка карбон, штифты карбон. Вот такой вот бэкспейсер. Финиш Black Wash. Сталь на этом ноже RVL 34. 64 единицы пороговую твердость. Лично мое мнение, что эта сталь гораздо лучше, чем Ломакс. Я просто кайфую от этой стали. Я делаю, по-моему, третий всего или четвертый нож из этой стали. Заказчик, который заказал этого муравья, заказал еще и ловца снов, тоже из РВЛ. Ну, просто нереально. Ну, травится, галтуется. Сталь вообще чудесная. Я прям влюбился в эту железку. И микарта прям огненная. Ну, черепухи повесил так, просто постарался под цвет подобрать. В общем, заказчику, если не понравится, отрежет, выбросит. Насечка. Нож пока не заточен, потому что заточу потом сразу оба ножа, потому что ловец снов сегодня я уже вклеил. Ловца снов вклеил один нож из Ванокса. Вот. И одного муравья еще до вечера вклею из М398. Вот. А, и еще будет одна штука. Сейчас я покажу. Вот. Прошу прощения. Вот такая будет штуковина. Блин, не знаю, как это. Короче, вот такую фиговину я себе сделаю. В общем, до этого рубил я им, ну, просто вот так, без рукояти. Короче, рубит офигенно. Я попробовал, что он охренительно рубит. И поэтому решил я сделать для него рукоять, для этого топорика. Тоже сегодня я вклею. Короче, сегодня я вклею 4 ножа. Ну, вместе вот с этим. Вот. Поэтому. Муравьи офигенные. Обещанный тест, который я уже, по-моему, в позапрошлом и в каком-то виде обещал, что будет тест муравья в реальной работе. Ну, то есть курица это курица. Вот, не знаю, может быть, в этот раз, то есть у меня последний шанс есть. В общем, сделать этот тест получится, получится. Ну, нет, значит, сори. В общем, все, друзья мои. Скоро будет следующее видео. Всем пока. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки.